Быстренько пробегимся по вопросам. Что нам пишут? Дарья пишет 36 секунд назад. Кстати, в июле я оформила заказ на вашем сайте, чтоб не болел, чтобы иметь литературу в печатном виде. Но через месяц мне перезвонил сотрудник магазина, сказал, что большинства нет наличия. С вашей литературой через себя увереннее намного. Сразу отвечаю. Это не мой сайт. На сайте своем я ничего не продаю. Мой сайт — это Малахов Про, канал Малахов Про. Кстати, сейчас на сайте Малахов Про открывается моя библиотека, в которой имеется раздел «Интернет-газета». Она теперь в свободном доступе. Вы можете начинать смотреть эту газету с середины 2010 года полностью по 2017 год. Так как нужно заниматься здоровьем деток. Как быть? У меня болеет средняя дочь почками. Все можно поправить. Пьем спарыш, отвар спарыша, полевого хвоща. Я бы еще порекомендовал пить семя тмина. Примерно утром натощак, примерно по 1/3 чайной ложечки. Даже с 1/5 начнем. Делаю по памяти или ищу информацию в интернете. Не надо, на сайте все, вы найдете. Особенно заинтересовалась методика очищения воды по методу из передачи о паразитах на основе коньяка и касторки. Сейчас пытаюсь выгнать паразитов у средней дочки, но касторка выпита в 2:30 ночи, почему-то действует только в 11 утра, а выпита во вторую ночь подействовала в 15:30 дня. Значит, я вам предлагаю не столько сейчас с касторкой заниматься, хотя есть такая методика, да, а попить семя тмина. Отлично действует. Вот, убедитесь. Так что этот вопрос есть. Опять 6 минут назад. Благодарю вас, Петрович, и спасибо за труды. Не обращайте внимания на нападки. Лично я уверен, что своими книгами спас многим людям жизнь, так как именно он популяризировал этот метод. Сначала пробовал на себе и научно объяснил метод уринотерапии. Ну, что сказать об уринотерапии? Ну, почитайте, книга уже в свободном доступе, вы можете ее получить. Это действительно научный труд, в котором приняли участие многие достойнейшие умы. Моя задача — собрать, объединить и подать. А многие сомневающиеся люди как раз через научное объяснение и проникаются идеей попробовать. От врачей не дождешься. Они в большинстве против, хотя есть достаточное количество врачей, пропагандирующих уринотерапию. Но коллеги их стыдят. Ну, почитайте книгу. Она называется «Из сосуда своего», ее можно заказать, бесплатно я высылаю, пока.